за первый смену 3 человека вернули. Вчера возвращали 2 человек, позавчера 3 человека возвращались. В основном это приезжие, да, с других городов, с поселков, вот у них еще нету. А так основная масса со всеми справками, со всеми QR-кодами. А почему приезжие? Они не проинформированы? Скорее всего, да, не проинформированы о том, что есть. Есть после первых прививок, еще не совсем дали, и на госуслугах не получили QR-коды. Основная масса, все полностью, полный порядок. Вчера ехал я, и вот это я знал, что в Севастополе закрыли вот это. И здесь, и на Фаросе вот стоят люди и проверяют эти QR-коды. Мы знали, но мы, к сожалению, ошиблись с интернетом. Я вчера на заправке прогрузила сюда в загрузке. У нас у всех госуслуги, мы настолько привыкли, что на территории материка всюду можем пользоваться интернетом, что, честно говоря, расслабились. Но QR-коды есть, мы привитые. Угу. И переболевшие. На слуху ходит, а как оно на самом деле, вы же сами понимаете. Но вы не знали сегодня, что для проезда вам нужен будет QR-код? Не знал. А откуда вы едете к нам? Станица Кущевская. Учитывая, как это происходит сейчас, это просто цирк. То есть у меня есть картинка, которую я показал, ничего не проверили, интернета нет, но это реально цирк.